Далеко еще до Пайтити? Почти прибыли. Прости, что ларец увели. Это не твоя вина. Это все Домингесата, Тринити. Всю мою жизнь, с самого детства, все беды от них. У меня могла быть семья. Все могло быть по-другому. Мы найдем ларец и остановим Домингеса. Мы пришли. Лара! Где? Где ларец? Он у Амару. Смерть солнца все ближе и ближе. Мы вернем его до завершения ритуала. Это будет трудно. Придется поменять план. Прошу, подготовься как следует. Мы разведаем и соберем бойцов. Спасибо. Я останусь тут и помогу Учу. Если понадоблюсь, зови. Хорошо. Как идет составление плана, Эцли? Есть варианты. Учу. Армия Кукулькана отправится к Великому Каменному мосту прямиком к пирамиде. Броситься к ним – лучший вариант, чтобы начать схватку. Но вряд ли мы выстоим. Если пойти так, это будет безопаснее. Но придется точно рассчитать время, иначе они ускользнут. А если совместить? Мы пойдем в лобовую, а я зайду с другой стороны и буду стрелять. Им конец. Риски всегда, но полагаю, это лучший вариант. Хорошо. Тогда отдавай приказ. Собирай людей. Идем. Пора прощаться. Тебе в ту сторону. Лара. Это на удачу. Возьми. Эцли, не надо. Отныне затмение не наш символ. Пусть будет солнце, но ты уберешь тень. Спасибо. Будь осторожен. И ты, птенчик.
вижу мост. Черт! Они взорвали мост. Поищем другой путь. Так, видишь красный дым? Да. Я пойду посмотрю, что там. Унурату сказала, что алый огонь — ее судьба. Хорошо, не задерживайся. Штаб, это кардинал 2. Мост ликвидирован. Хорошо. Командиры, свяжитесь с наземной поддержкой. Кардинал 2, ведите их. Вас понял. Помните, любой недочет в построении — это шанс для противника. Еще вертолет. Яши, Тринити их отстреливает. Это кардинал 8. Вижу противника. Меняю курс на 1-0-5. Обозначьте зоны поражения и любой ценой защищайте храм! Прогресс по всем секторам, но мы несем большие потери. Бойцам отойти от стен. Сгруппируйтесь. Огонь с перекрытием секторов обстрела. Вот источник дыма. Совсем рядом. Судьба Унурату. Ты алый огонь. Кажется, мы должны объединиться и одолеть Кукулькана.
чуть-чуть. Благодарю, Кукулькан, за дар возрождения. Мы все готовы принять твою силу. Я по праву завершу ритуал. Они не правы. Не правы! Ложь. Он принадлежит им. Отдай ларец. Нет, нет, никогда. Я защищу Пайтити. Мы все вершим свою судьбу. Не только ты. Все мы вместе. Домингесом останавливать обряд. Будем сдерживать остальных сколько сможем. Это отряд Зета! На высший совет напали! Нам нужно... Приказа!
померу нет солнца, и да затрет тьма мир, что мы знали ранее. Да растают тени, и да воссияет вновь солнце над созданным нами миром. Thank you.
тебе даст мне силы. Этот ключ и ларец позволят преобразить мир. Не будет слабости, зла. Будь у тебя эта сила, что бы ты сделал? Моя храбрая дочка, которая не ожидает... Дигуара! Где же пройдет наше следующее приключение? Я слышал, в Антарктиде в это время очень славно. Нет, тогда, может быть, солнечки Юты? Ричард. Я знаю, куда мы поедем. Куда? На Гавайи. А, да, хорошее предложение. В таком случае... Прощай, мам. ...помочь мне со следующей... Прощай, папа. ...подготовки к походу. Нет, ты мой научный ассистент. Ах да, вы правы. Виноват, мэм, что-то я заговорился. Я требую отвезти меня в музей. Ну, это можно устроить. И купим новый блокнот, чтобы все зарисовать. В годину бедствий бога Кукулькана приносят в жертву, спасая солнце. Иначе мир погибнет. В жертву бога? Сделать это должна я. Но если я не справлюсь, алый огонь направит меня. И не даст нарушить обет. Я люблю наш мир, он не идеален, но... Все, что я люблю сейчас, его часть. Отныне затмение не наш символ. Пусть будет солнце, но ты уберешь день.
Спасибо, идите. Прошу. Прошу, Лара. Обещаю. Нурату, мать, воин, мятежник, царица. Ее будут почитать веками. Мне грустно. Теперь мы объединим Пайтити, как она мечтала. Спасибо. Завтра я возвращаюсь в Кувак-Яку. Правда? Снова в джунгли? Искать мифическое рыбное дерево? Мы с Эбби отправимся на побережье. Я рада. Ну, а ты? Я подумываю здесь задержаться. А тут еще остались артефакты? Так чем займешься? Не знаю. Эцли мне поможет. Он расскажет, как отстроить Пайтити заново. Ага. Надоело искать. Хочу быть рядом с живыми. Хорошо. А тебе не нужно вещи собирать? Не, до завтра от меня не отделаешься. Оставайся у нас сколько захочешь, Лара. Удачи, Иона. Может, когда-нибудь я присоединюсь к вам и увижу мир за пределами Пайтити. Если что, только скажи. Ты тоже учу? Если захочет. Иона, Лара говорит, у тебя есть девушка? Мы придем на свадьбу. Стой, что? Эцли, покажешь мне чертежи нового храма? Да, он будет прекрасен. Я ошибалась. Я думала, что должна совершить что-то выдающееся, чтобы моя жизнь снова стала моей. Думала, что должна все исправить. Но тайны мира нужно хранить, а не разгадывать. Я всего лишь одна из многих защитников. Я не знаю, что уготовано мне в будущем, но не могу дождаться своего следующего приключения. Я постараюсь не относиться к себе слишком серьезно. Чаю, мисс Крофт? С радостью. А сейчас я просто рада быть дома.